деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка и еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой, нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили: «Вот, красная шапочка идет». Как-то раз испекла мама пирожок и сказала девочке: «Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку: «Куда ты идешь, красная шапочка?» А красная шапочка еще не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит: «Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла». «А далеко ли живет твоя бабушка?» – спрашивает волк. «Довольно далеко», – отвечает красная шапочка. «Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с краю». «Ладно», – говорит волк, – «я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет». Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь, по пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала их в букеты. Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук-тук. «Кто там?» – спрашивает бабушка. «Это я, ваша внучка, красная шапочка», – отвечает волк тоненьким голосом. «Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла». А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук-тук. «Кто там?» – спрашивает волк. А голос у него грубый, хриплый. Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и оттого у нее такой голос. «Это я, внучка ваша», — говорит красная шапочка, — «принесла вам пирожок и горшочек масла». Волк откашлялся и сказал потоньше: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит: «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама прилег рядом со мной. Ты, верно, очень устала». Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, почему у вас такие большие руки?» «Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое». «Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?» «Чтобы лучше видеть, дитя мое». «Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?»
А это чтоб скорее съесть тебя, дитя мое. Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил с башмачками и красной шапочкой. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка, и обе целые и невредимые.